Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Ну, там, смотрите, в пятницу следующий тоже рейд пойду на ачивки. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Бенди. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Мой, можно я другим персом пойду? Это Лифан. Ну я не знаю, там пал, ретрик, что надо. А чё? Да я не хочу. Не врывается по ПРу, наверное. Да, по ПРу, там Гильдан, короче, заберет. Ну бери другого кого-нибудь престом, да погнали. Подожди, ты чё? Иди другим престом. Но они не привязаны, сейчас этот... Давай я варом пойду или палом, ретриком. Валом давай пойду, сейчас зайду. Надо мне валом. Вара. Давай варом пойду, окей, все, сейчас. Код есть, но я не умею на нем играть. Я зайду. Бля, Войти, если не врывайся по ПР, можно другим кем-то пойду. Слайк. Слава. Пошли тоже чистить старки хилы тут, пошлите потихоньку. Покурю. Так, подождите, вроде танки АФКшат. Да, танки АФКшат. Надо на КТ зайти или нет? Мы в АБДК идем или как? Да, все, танки тут можно идти. Мы тут, наверное, Хризи танчит. А вот Вундер РНДК. Но он на трэш, пока оба в танке. Пускай Хризи в РНДК потом будет. Да Кретрум, блядь, больше даст. У него он бисовый, наверное. Ну, это не существенно. Мне просто спек придется делать. Я так понимаю, Рога неспроста написал, наверное, ловушка без рейда. Прорывайтесь. Сейчас, гриб КД. Играйте точно, там второй танк АФКшит вроде. А нет, уже тут. Лизи, я-то откуда знаю, в ДД-то или в танке? Напиши в ДД. Слава, нужен код или нет? Давай. Зайти на кота? Либо я на приста получу. Если ты ничего ролик не будешь и об этом в РК напишешь, что получишь? Не понял, что надо сделать? Во-первых, ты ничего не должен ролить на котом. Я ничего не буду ролить. Да, и второй раз ЕП на приста уже не получишь, потому что ты уже сейчас пойдешь котом и ЕП получишь на приста. Я потом пойду пристом в следующий рейд и получу, не могу получить на кота, правильно? Так, да. Но ролить уже не сможешь, потому что ты уже получил ЕП. За рейд целка. Я понял. Нет, мне ролик не надо ничего. Ну заходи. Бля, я, конечно, престон хотел поиграть. Казарак, зайдешь? Да, зайду. Захожу.
46 онлайн. Там этот вроде псих собирал анбаф. Собрал, интерес, точнее. Да вон вверху можешь спросить. А, циферку мне. Чё там, собрал свой анбаф, че не? Если не, пошли к нам в гильдию. Он вышел. Да. А зачем его кикнули? Получилось у всех. Чё, собрал анбаф? Да, здорово, братик. Привет. Здорово, Дима. Я ещё не собирал. У меня ошибка первая была. Ты вообще где? Ты что, ты видел мой трансмон на роге? Пошли к нам в гильдию. Чё вас так много тут? Накрутили онлайн, что ли? Да, там куча пацанов онлайн, просто дофигища. Ты его пишешь, что я кидал людей в гильдии? Там пишет, типа, Богдан, 5.2. Там есть, короче, аддон, который кидает первых левелов в ГИ. Вот я вот этим занимался. Так ты вообще куда дрыснул? Я ж тебя просил. Я в Огре. Я просил Ваню просил, а он мне кинул. Так я не собирал сегодня. Я только обычку собрал на ачивке. Да не, я тебе говорил, типа, приди на амбаф, типа, за ДЦ. Ты такой, хорошо, я приду, и тут хоп, а ты в рейде. Что-то тут не так. Да. Ахламон, это тот самый Ахламончик, который играл лет 100 назад? Да. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет Слав, тебя не слышно, если шо. О чём говорить-то? Сейчас захожу на кто. Маги, пожалуйста, столик поставьте. У меня уже достаточно таких предметов. Саня, дашь кав? Поделились, Animal Proto, а мы кто тоже разобрались. Давайте, Патти. Отпусти, когда это прогрузится все, рыбу пожрать. Дайте баф.
Утер поставь. Два ханта на шипах. Сбейте РДД. Или рылов не слышно, или не знаю, че, альта и гидагим на хп. Че ты так я молчу, слава вроде рыли. Давайте, смотрим, в лужах не стоим, хитиримся, все нормально. Играйте по шипам. Если серебро на вас бежит, вы от него отбегаете. Но это уже не важно, как вихрь уже кончился, и второго, наверное, не будет. Дайте, все под жопу. Перед мордой не стойте, там, чтобы вас не убило. Шип там сзади сбейте. Что там хрень, спекайся в БДК сразу. Нам и надо кому-то. Угу. Надо подождать. Укрывайте скиллы тут, пока левый трэш не сарите. В жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. А у леди бабочки берса есть? Буду святки. Эти листья. Снимайте лапку, активную магию. Значит, все квадраты автомочек, все треугольники саванни, небесные, все полумесяцы. Бросайте все и контролите людей, чтобы их не убить. Капли сливайте. ДК слева, протопал справа, слева РДД, справа Вилики, слева Вилики, справа РДД. Теперь чекнем.
дуков, на второй фазе надо бежать сразу, иначе ровнемся. Ни к чему. Трэш будет все запускать. Смейте вступать в эти священные покои! Это место станет вашей могилой! Идите, трэш. Сильно землю переместим и бежим, переводим речь. Ты не в сил противиться моей воле. Нет, будем стопать. Я пока не могу. Отошли от босса, идите в крышу. Помогите приверженцам слить им к отражающей. Идите в крышу. Так, святой друг, поднимай магу. Все трэш сливаем, потом приводим. Восстань! Магу, и обрети истинную форму! Там наклон отрава напулилась. Квадрат, контрольте. Сейчас загрызу кого-то. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Трэш убейте, пропало. Босса к трэшу, потом в другую сторону. От духов отходите. Давайте еще 4 моба и ачивку сделаем. Коту кого поднимает еще раз? Саванни, Саванни этого воина. Саванни как захилить? Вы осознали бессмысленность своих действий? Захиливайте. В другую сторону активируйте. Ты не в сил противиться. Кота контроль. Вступай во тьму. В вечную тьму. Просто никогда на этот не бежать. Че, Ваня, дом работает? Да, работает, смотри. Если падаем, то рынки будут воспалить. Кота контроль. Да он за баса может, так что уж там по чату смотреть. Веди к трэшу. Последний трэш убиваем. Здесь остановимся следом. Я даже испугался, аж Вовку обратно развернул, то вы так не пугайтесь, если чё. Думал, кто меня берет, а я не встаю. Трэш, леди ведется к трэшу, чтобы миликом было. Клиф, дамаг, трэш, и босс работает. Не знаю, почему вы не водите. Thank you.
противиться моей воле. Я пока не могу прочитать это заклинание. На все воля господина. Ваше сердце. Хотя бы хэппалом три духа взрывать еще, да? Сейчас бы хэппалом еще. Смотри, я пострадавший. Давай. Надо кольцо кому-то. Ну, те, кто пострадали, они просто оказались не в том месте, не в то время. Тапки надо кому-то? Такие вот. Вы это хотя бы в чате пишите, а то он не видит, что он там снизу. Хпала, по-моему, туда там сухопузы, они падают через неломорда, их вечно путаю. Нет, это вот эти бисы следи. А, да, то грудь падает. Угу. Это бисы? Да. Это 10. Это бисы на хульпала, да. А, чё, 4-то 10 не надо собрать, да? 2-то 10 и голову, и плечи. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Ну, ты хилишь шоком небес. Ну, вот она хотеет бонус, если ты иногда хилишь. А чё, блядь, надо им пока дохилить, что ли? Ну, ты посмотри, чё бонус дает. Ну, быстрее касты, это небес. После шока небес. Ну, заебись, чё. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Бактар-Агар! Горкрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро поймешь! Кто-то! Сержанты! Бой! Не слушайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Огонь!
сюда, пусть заткнет эти пушки! Что это за ГП? Ну, у меня есть не там грибисы и перчи. Оружейники! Огонь! Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинайники. Огонь. Оружейники. Огонь. Что за ранг где-то есть? Ну, такой. Ну да, и. Ну, нормально. Альянс повержен. Вперед, короля лечу. Надо подождать. Сразу спускайте. О, наручи нужны мне. Я их помог, знаете. Ты одному наручи нужны, да? Да, ей не нужна, у нее есть. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. И во славу короля Лича! Трэш, трэш, трэш. Кроме Роги и кота бьют все трэш. Старый упрямец! У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить! РДДшнику типа легче добить, чем Роги. Странно вообще. Ну, блядь, да легче, конечно. Там кота с Рогом комбо поем. Блядь, дурачок просто. Тема нам пока на кастую, уже, блядь, всех мобов поубивает. А Рога развернулся, нахуй, двоих один убил и дальше сурка бьет. Блядь, это если не бьет. 30 и сколько? Крест дай по локам, заебал, вечно бафы не можешь раздать. Кенезавара играть крикнул там на хп. Герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Это верно. Во имя короля Лича! Дайте герой. Давайте упадем, раз поздно дали. Вечером
Ты один на Открывайте портал. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мы похороним тебя, как подобающее. Короче, на Гранде, рядом с матерью и предками. Надо кому-то. На уфроте. Ветрик 19700. Намажу. Блять, никому наручи не надо. Хера себе, Ретрик 20 тысяч дал. Давно таких Ретриков не видел. Ну, то скада по рекаунту меньше у него. Там вроде как говорят по рекаунту считать. Сильно фуловый рейд собрался. Сколько РТП с 337? Ну чем 19800? Дремтив 19700. Знатотем 18800. Нам Руа хорошо дамажит. Ну как не смотри, у Лени смотри. Че у Лени? Че? У него рекаунт, а там скан. Там наверное, Галем не считался. ХЗ. А. Лили. А, типа 19. Вот это мощные ребята, нихуя себе. Трэш, вот Ваня вообще красава магом. И больше всех магов дал. Им, блядь, и трэш еще бил. Вот так надо играть на этот маг. Так, где этот моб? Нужно подойти поближе. Ваня. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вперед, идем вперед. Дико парк. Надеюсь, ты вернешься. Да. Сейчас я позвоню скажу. Ты пахал. Ну, сегодня уже сделали два раза в десятке, я один раз в Гере. Гере был написан за 6 минут съели. Никто не трогает этого моба. Кто его может запустить? Все могут? Не надо, ну его нахуй. Мимо моба идем. 25 Гера убили. А как, сука, обычно запустить? Как, сука? Там надо, по-моему, с мобом. А чё он, сука? Вон, можно взять, пройти мимо и продолжить в обычном режиме. Ну его на. Все, я тыкнул, пойдем, брат. Все. Не писайся. Просто я ебал какой-нибудь там, блядь.
Как тогда они на тухлом сделали? Это же вообще нереально убить, блядь. Вот. Чё это за хуйня? Вот рюка. Видите, чё вы встали? Хин заряжен, цвет Фулмана. Нахерачьте трэш. Изи может пекнуться в танку немножко. Стану на два. Курм для петок падает в пол. Так, сейчас будем давать контроль, все внизу стоят, наверху только танки. Так, пойдет, давайте контроль Клота. Уменьшь контроль, под кружок, да, контролишь. Так, вот ты будешь контролить ромби. И, в общем, этот какой-то дримзив или кал, короче, командиру покаяния, не понять его. Ничего. Все, давайте, если контроль, то будет контроль. И все вниз бежите сразу. Убьем Росу. И Росла убьем. Высоковольт. Это, ребята, да, ну не играл. Скажите, а сейчас на после убийства босса можно заводить налог или нет? Или надо только убивать? После квадрата треугольник не играет. После треугольника нет квадрата. Дайте разоружение с танком 2. Пицелицы с ними убивают на пол. Три танка. Давайте,
Заходим уже все наверх в комнату. Там. Слышишь, Лифин, ты, блядь, или играй за Фурика на ХП, кричи, и раскол стакай, блядь, помогай. Ничему. Или ты просто бесполезен тут. Давай, Лифин, не подводи рейд, стакай, раскол. Кто мне это говорит? Не знаю, кто что тебе говорит, но... Я не хочу слышать каких-то жалоб. Играйте нормально. ДК на 8. На 2. Протопал на кель. Сверки не зергаем. Бьем все как обычно. То есть, если подходите туда бить, то без шема, без ЭОЕ. Точечно. Без звездопада по черным сферам. Чуть не будет. Варенька зайдет? Ну, его уже 6 минут уже нет. Ладно, пошли бить так. Интернет поди опять у меня. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, брат. Ламруан на пуль Волонара, я Толдорама на пуль. Хорошо. ВДК, подойди жопой к протопалу ближе, чтобы вышка, чтобы частица по тебе достала. Помогайте с кинетиками, что ли? Где ты стакаешь, я не пойму. В каком месте? Я, потому что он 6,7 фурик, а ты меньше 6К. Конченый, нет? Их, скажите мне этого давно. Сейчас оба покинете. Это даун. О, смотрите, цепаки, стойте на месте. Убивайте. Стойте, вас отсюда. Насладитесь болью. И прольется кровь.
моя королева. Они идут. Убейте трэш, одного моба убейте. Эту пачку не трогайте пока. Ну, кстати, Серега, на ассист, ты там поставишь метки, скажешь, кому что контроль тебе показал. Заклинание еще не готово. Надо кому-то наручить. У меня таких уже две. Славик, я отойду на минуту. А, Кризи в танке. А, это самое, груда кройте. Друг или призбисим. Дуго буду собирать на хуй панк. Кольцо надо кому-то. Сало, все хуйня. Просто вас сначала убить.
чё? Институт? Да. Чек на пульс. На пульсе на ДК. Было неразумное решение. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Беги, малышка, беги! Привет, петух. Орлы. Орлы, привет. Что ты орешь, блядь? Сам ты петух. Сам ты. Тут все птицы гордые. Тут... А кто ты со мной разговариваешь? Вы на трае или нет? Я вам мешаю, нет? Ну, сейчас ладно. Просто Виталий говорит, славе короле. Че там? Он теперь за тебя не разговаривает. Нет, он хилит, не отвлекается. Красава. Протопала обогнал, ну по силу, нет? Не, я протопал больше. Давайте, ты, да, привет, Славик. Славян. Славяра. Я, наверное, у него замучен, мне кажется. Как вам такое? На мобике глянешь, замучен или нет. Если бы ты это не сказал, глянул. А теперь он будет, блядь, всю ночь не спать, чтобы вырезать мой разговор. Будет музыку поверх наложен. Шея меликовская. Опять завоеватель. Так, куда? На Валю или чему? Завоеватель. Че, куда, на Синдру идем? Да, давайте на Синдру. Так,
Виталя тут? Yes, I do. Ну еще раз дверь докикнули нахуй. Опять нажрался, да? Не-не-не, короче, такая хуйня, объем эту осаду, люди падают из-за всякой хуйни. Ну, короче, Дэн этот говорит, ставьте рекауру. Ну, я, блядь, поставил там, что дали, скачал. А там же, наверное, настраивать надо, где эти иконки должны появляться там во время боя. Нет. Мы, короче, начали бить, я хуй знает, у меня как начало все эти иконки скакать, я нихуя не вижу. Короче, разъебашил на корабле, где милики, этот, блядь, лужу, всю пизду в город. Я пошел. Дима последний был. Ну, не, ну согласись, тактика интересная, ну вот в новом мире. Да. Что там приз падал с пула там спустя полминуты постоянно, как бы нормально. Там один раз, блядь, не вынес лужи из-за ебучей векауры, все, пиздец. Я нашел как, с какими-то пугами Джайну там, пьяными, блядь, релами, нахуй. Час трайли, нихуя не убили. Я чё, Трисик, какой чар на офе? Паладин. Ретриком играешь. Но ретрики там врываются сейчас прям хорошие. Эльмы вообще, ну, самые лучшие. А Локи как дамажит? Там говорят, Локи тоже охуенно дамажит. О, ну, один вот нормальный есть, он хозяин пульт. Ну, ими сложно. Но вот у меня в демоне в ротации 8 кнопок. Нихуя. Ну прям, блядь, и тут, короче... В смысле, эти 8 кнопок надо постоянно нажимать или при проках каких-то определенных? У Афлика 5 дот, которые ты должен всегда держать на боссе. 5, блядь. Это какие, в смысле, дополнительные какие-то добавились или чё? Мало того, что 5 он должен держать, но у него постоянные кристаллы должны быть, блядь. Ты должен держать порчу, агонию, блуждающий дух, потом нестабильное колосство, и там еще есть дота, как вытягивание жизни, короче, такая рука что-то зеленая. И это просто ты всегда должен держать. Помимо этого, ты должен кастовать еще стрелу. Раз в 30 секунд у тебя есть такая мгновенка, которая по 30% урона от твоих дот бьет сразу боссу. Типа, короче, всегда должна быть. Прикольно. Это уже 7 кнопок, плюс у тебя идет, ты вызываешь моба, который, ну, такой глаз. Короче, такой мозг с тремя глазами, одним большим по центру, который обновляет абсолютно все твои доты. Это идет 8-я кнопка, плюс ты копишь камни, которые ты должен накопить 5 камней, короче, ну камни души. Они там уже по-другому, они не в сумке, а просто у тебя как бонус, баф тебе дается. Вот 5. Но 5 это максимально. Да, и ты херачишь 5 штук нестабилок. Лупашишь туда, и потом еще там есть, блядь, забыл, как называется, импульс такой, который ты вешаешь. А, я сейчас в демоне не скажу. Короче, еще одна дотка, она там раз в 30 секунд. Блядь, короче, ты обвешиваешь там пиздец сколько дотами, только потом ты прожимаешь уже этого чувака, который твои доты обновляет, все понял. Ну там, блядь, я не знаю даже куда смотреть, ну, чтобы это все делать. Нихуя себе, а ШП че как-то? Не, я ШП давно не играл с Легиона. Но по дамагу они хорошие. Ну, сейчас именно хорошие, их воскресили только вот-вот-вот. Раньше они были, ну, говно-говно. Они умерли после Лича и все, и воскресли вот только сейчас в БФА. Сколько подписка это стоит? Пятихатка месяц, да? Не знаю, я гривны плачу, у меня просто раз... 392, по-моему, был. Что-то там списывается и все. Ну так надо, в смысле, еще покупать клиент, да, вот это, 2 рубля? Да. Да, ну там можно
пробную версию, но если честно, там на 20 левеле у тебя уже есть почти половина скиллов. Тут нету такого, что ты до 60 левела ходишь говном каким-то, нет. Скоро же ванила же водится на офе. Опять. Никто не будет играть в нее, блядь. Хз, хз, многие по-моему. Она была популярна, пока мы там играли люди, которые, ну, у которых не было во что играть, и они были не семейные. Сейчас ванили вспоминают только те люди, у которых там уже трое детей, блядь. Которые сами уже там будут ванилы играть, у них нет времени, чтобы. Не, ну, блядь, мне кажется, на это и расчет идет, таких, чтобы... видимо, много, раз они собираются водить. Они, да, же чухают. Говно. Ну ты будешь, ну, не знаю, не знаю. В город покупать дрова, чтобы, блядь, где-то поставить костер, чтобы сварить рыбу, которую ты только что где-то в жопе мира выловил. Ну, типа, ну уже не то время, как бы. Ну, если видишь, они делают ванилу, значит, есть потребность, есть спрос. Нет, проблема в том, что сейчас акции Blizzard просто упали около там, ну, очень на дохуя процентов, давно я на них не смотрел, если честно. Но они так подсъехали, и от них сейчас отказывается Activision. Вот, запустил уже Blizzard Activision к себе, они сделали Destiny 2 и еще там какую-то хуйню. И сейчас Activision сказал, не-не-не, ребята, идите нахер своим коммерческим путем, мы свои игры будем сами развивать. И сейчас опять Destiny 2 и там еще вот эта хуйня, они отсоединяются от Blizzard. И сейчас Blizzard покинула уже там половину их директоров. Сейчас эти еще отделятся и пиздец. Гильдальные лица, наверное. Или холик. Ты машешь за тобой? Нет, я тупой. Давай залезем, ты на него не питать. А, с тебя конь этот портал. Я поставлю. Я поставил коня. Ну тогда я поставлю все точно. Сука. Да уже все. Обновите бафу там кулак, пуханту дайте. Такого кидает. Че, Ваня так и не зашел? Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте сердце дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Морды болен. Хвостан. На правой стороне давайте тогда по хвостам. Слишком давай летит. Всегда по одному направлению летит.
Вообще всегда. После следующих выходим за Хелиан. Давайте морды. Ну, бля. Захерево. А что, не лучше будет под другом за вами? Зачем нам еще? На освобожденке же будет кидаться столько же. А-а-а. А тут вероятность уменьшаем. Понятно. Калк, слышишь, Верка? Ха. В холипале останешься. Саванья в саву. 5 хилов. 2 холипала, 2 реша, мой друг. Ставлю каждый за себя сейчас.